Всем привет! Меня зовут Нарик Майнкрафт. И почему это видео не короткое? И почему? Почему я про это буду сидеть? Меня будете спрашивать, почему я некоторые видео не... Так сказать. Почему я некоторые видео снимал в коротком режиме? Потому что я так думаю, я подписчиков наберу, а они все спускались. А теперь снова мой голос вернулся. Может, вы слышите мой камень, ничего страшного. Это нормально. У всех камеров слышно. Поднимаю такое. Короче. Мы сегодня на 1.7.9 будем выживать. И это видео называется выживание. Выживание номер один. Один семь десять, ребят. И почему такой версии? Потому что другая будет все лагать. Опять сбой. Все, теперь должно все четенько включиться. Вот говорю. Оу, щит, сколько там FPS? Восемьдесят. О, и вас лагает, походу. Короче, это видео называется выживание на самом слабом ПК на 1.7.10. Первая часть. Давайте, даже вот я ничего не открывал, вот даже ачивки. Давайте откроем карман. Проверите карманы. Ой, то есть проверить карманы. Короче, нам нужно добить сейчас дерево. Ой, как лагает. Вы знаете, какие настройки? Сейчас покажу. Я, честно, не расплакался от таких настроек. Ну, ладно. Даже детальность я делаю быстро для деревьев. У меня лагает все равно, вот видите. Мышку вершу, не лагает. Но там не лагает, запись, ну, только у меня 15 кадров. Ё-моё, это... Ну, это реально... Это реально слабый ПК, ребятки. Это реально слабый ПК. Какой лаг, ой. Давайте, пока я рублю дерево, мне лагает. Что же это такого компьютера? Короче, давайте я скажу об характеристике от этого ПК. Его название 2ПК Samsung R540. Да, не удивляйтесь, 3.0.5. Потому что тут 4 гига, я вот видите, 3.487. Только что у меня не 3 гига, это не 10.03, а 10.05. Тут стоит на Intel Core i5-480M. Да, довольно слабый для сейчас него времени. Но тогда это была самая мощь. Видеокарта. Показывается видеокарта? Ой, за кнопку нажал. Нет, к сожалению, не процессор, не видеокарта. Давай я скажу. AMD Mobility Radeon G5470. Но если было бы это только на этом ПК, то есть на этом ноутбуке, только одна видеокарта, и это дискретная. Нету стройки вообще. То есть даже если была бы стройка, то... И вот тут нету, короче. Потому что Intel Core i5, у него там нету стройки. А вот тут было, но я не помню. Не знаю. Ладно, потом посмотрим. Короче. Давайте выживать. Так, нужно это все перекрашивать. Я знаю эти секретные горячие клавиши, поэтому все будет быстренько. Так, верстачела. Окей. Девятый слот. Короче, ну вот этого ноутбука немножко порваны кнопки, поэтому, может, 3.8 я не буду нормально нажимать, потому что они порваны. Ну и ничего страшного, это нам не мешает выживать, ребятки. Нам не мешает это выживать. Кошечка. А знаете, что делаю? Сначала кирочку, получаю пара шахту, потом пойдем немножко, ну уже пора походу, и топорик. А знаете, почему не меч? Потому что я знаю, что он с руки. Фу-ля-ля. И у него, знаете, сколько урона? 3? А значит, 24, 27 было.
Короче, мы убиваем с одного удара курятину. Курицу. Как его там называть? Ладно, не важно. А, лагает. Ну, что сказать? Без записи не лага. Понятно, что случается, кто играет на двух чанках. О, сколько там уже минут, я не знаю, потому что я включил полный экран и вижу. Подписчики, если хотите, чтобы потестировал свой показ заново, потому что тот видео было не в хорошем качестве, если было лагано. То давайте под этим роликом наберем 3 лайка. Да, серьезно, я говорю, 3 лайка. Не 4, не 5. Только 3. Я сниму тест для своего ПК. И, кстати говоря, почему я снимаю несколько видео только в субботу или воскресенье, или немножко пятницу, немножко четверг? Потому что я сейчас, я не могу каждый раз находиться со своим компьютером. Просто так. Да блин. И поэтому так все. Короче, я сейчас знаю, что у меня на глазах. Просто у меня что-то... Ну вот видите, у меня что-то с глазами были вчера. Нет, они не попортились. Они просто как-то краснели, что ли. Поэтому сейчас я в каких-то там солнечных очках. Поэтому я ничего не вижу, и поэтому я падала. Как вы поняли. А лагает. У меня там мучу мадлайф возьмем, так кажется. Давайте я сейчас сделаю дом. Вот тупой, конечно. Сейчас строим домик. Я знаете, как строю? По-своему. То есть я оставляю. Как локать, и у меня это не получается. Вот так. 3 блока. Вот так. Если хотите точно такой же мой дом создать. Делите. 1, 2, 3. Ой, яблочко. Нам нужно всегда яблочко. Потом 2 блока тут отступаем. Если вы будете играть на самом сервисе, то можете один делать. Или 2. Потому что там только один можно сразу. Или это то, что сейчас я не знаю. Потом я оставляю этот блок. Тут тоже проведем 6 блоков. Потом. Тут проводим, сколько там блоков есть. Просто через сюда. Я тут нормальный домик строю. По-своему лагает. Потом вот так и вот так. Ну, в принципе, идеально. Ладно, это не самое главное. Потом ставим вот так вот. Если хотите немножко побольше, ну, просто я вот так вот 3 блока высоты. Если хотите 4, то делайте 4. Я так тоже не вот так делаю. Просто ничего не поднимается. Такое, если не высоко. А, вот видите, слабо, я поставлю 4. Да, конечно, пипец, что у меня такой слабый ПК, ну ладно. Я рад, что у вас тоже довольно мощный, чем у меня уголь. Ладно, потом там скопаем. Что сказать? Да, несколько месяцев потом у меня появится, мне кажется, новый ПК. Я открою себе новый канал, и, кстати говоря, какая будет озвучка, я сейчас не знаю. А, дерева не хватило. Но зато стали топор. Давайте камни нарубим. Пока за дерево не будем ходить. Домик нам так уже не важен. Так, копаем. Из булочника нету очинки. А, тут на Элла нельзя. Где-то булочник ачивки. А, это же старая версия какая. Как уж я тупой. Это старая версия, ребятки. Конечно, такого не будет. Так, ладно, давайте один уголечек добудем. При помощи деревянной кирки. Да, он добывается, если что будет. Ла-ла-ла-ла-ху-ла-ла-ху-ла-ла-ху-ла-ла. А, лагает. Да, довольно слабо пока. Я надеюсь, что у вас помощнее, чем у меня пока. Лагах снимать это невероятно. То есть мышка не лагает, а вот сама лагает, я не знаю почему. Просто я сейчас, у меня 3 программы запущена. Одна это диспетчер задач, вторая, которая с моей опытом делать. И
ребятки. 10 минут. Ладно, уже ночь. Мы первый раз выяснили, что весь день Майнкрафт это 10 минут. Много. Извините, что я так долго все снимал. Просто я не так... Первый день, конечно же, верхний. Так, где мой дом? Вот можно даже путать, где мой дом, поэтому я сохраню. Как вы меня поняли, 48, так, по стеке стоим дом и буду заканчивать, походу, потому что 10 минут. Хотя здесь хотя бы до 20, ничего страшного, я буду делать на 20. Первый раз, то есть не 20. Ладно, ребят. Лагать. Если меня не лагает, если я даже как-то снимал на бальтикам, я еще не знал, что такое сусуди или знал только не знаю как, ну его делать, как его называть. Это было тупо. Я сейчас только плакаю от этого. Так, тут были овечки, я помню, когда я тут делал, то я тут снижил на 2.0, чтобы на 3.7.10 были очень много овцов. Не знаю, почему их нет, вон. Еще там какая-то ситуация будет. Я один, чтобы у нас было 13 кулишника. Ну что, поехали добывать. Я бы посмотрел, конечно, но нет овц, ребятки. А лагает. Подождите, я не вижу в этих очках ничего. Поэтому так вот буду минут поднимать и смотреть. Нет, вроде бы все норм. Так, ну что? Нужно выходить. Я такие... В целых лаках я могу упасть и умереть. Вот, знаете, это у меня так каждый раз случается. Поэтому, мне кажется, нужно без... Нужно обновлять компьютер. Ну, к сожалению, что есть, то есть. У вас, я надеюсь, что у вас помощь не покачал меня. Ну да. А, кстати говоря, что с скином вы говорите? Ну, просто ну, забагованный скин. Я не знаю, я просто его поставил в каких-то папок, которые там скины меняют. И вот так вот получилось. Ничего страшного. Главное, что красивый. Так, так, так. Ой, блин, забыл, как это делается. А! Печку давайте сядем. У него тоже есть, да? Ачивка. То есть это съедение, да. Горячая штучка. Она такая уж не горячая, когда мы создаем. Вот это понимаете или нет? Ла? А, ну, ла. Просто я в очках, короче, спустила, да? Так, давайте сделаем пока что каменную кирку. Да, уже 10 минут прошло, и только каменную кирку делаю. Или там сколько минут? Смотрите. Я уже неправильно говорю. Обновка. А давайте еще и сделали. А, одного булыжника не хватает. Ну вот. Я думаю, это старый метод. Вот еще один булыжник добуду. И, кстати говоря, немножечко уголь. Угольчик нам не мешает. Все, идеально. Ник для... О нет, я уже лагает. О нет. Вот, знаете, у меня сейчас счетчик показывает 80-100. На самом деле у вас очень мало. Вот, 52-90. Хотя у меня супер пока, но нет, ребятки. Это может быть обманчивая цифра. Которая показывает 700, 600, 100 с чем-то. А это, когда я смотрю наверх, все, это значит, что нет. И два чанка, ребятки, два чанка. Кто играет на таких чанках? Ко мне как-то самый древний пока без записи. Вот видите, из-за этих лаков я ничего не могу делать. Вот так. Оп-оп-оп. Ну, мой родной домик. Хорошо, что я делаю тут котик. Ой, тут это дом. Точек. Ну что, как больше. Ой, как больше. Топорик быстренько делаем.
Также я сейчас отключу запись, как только проходит, как только будет день, тогда я с вами вернусь. Потому что нужно копать железо. Железка, ребятки, железку. Ждем. Так, ребятки. Солнце вроде бы пришло, да? А где солнце? Ну, я, походу, он за горами. Да, солнце за горами. И мы должны закопать железку и вроде бы закончить видео, потому что оно, мне кажется, очень длинное уже получилось, никто не будет смотреть, и это будет плохо. Ну так это не так же идет, это не так же. Ладно, не самое главное не это, а потому что... Вы что, издеваетесь? У меня нет железа, но у меня дают уголь. Ладно, без вопросиков будет добывать, и все будет делать. А второй руки нету. Вот минус этого пока, что я играю на старой версии, и минус старой версии, то что нету второй руки. Обидненько. Знаете, что самое главное? То, что... А если так, то тут есть модная точка середины, что добавляет алую руку, но это... Здесь практически нам не нужно, ребятки. Мы же играем на оптифане, на обычной версии 1.17, никаких модов. Ваниля, ваниля! Там у меня вот написано. Только маленький. Тихо, это каньон? Маленький каньон. Хоть, как я вижу. И у меня что-то туражит все глаза. Вот так делать немножко. А, ну-ка, стоп. Там ничего нету. Железка! Ну как я не могу забраться? А ну-ка, а это уже проходит наверх. Ну что туда? Явно туда. Ладно, сейчас окопаю близко блоки и вернусь с вами. Подписчики. Я так только копал эту камень, чтобы там дойти. То это тоже доскопаем. Ну я нашел железо. Какой тебе везунчик, ребятки. Вот я реально везунчик. Сейчас добудем этот железко. А тут железо. Очень тут много железа, смотрите. Сейчас посмотрим, сколько я накопал. Еще одну. Ах, не повезло, повезло. Добываем. Что нету? Нету. Сколько? Так, стоп. Инвентарь. Чистый рыцарь, вы чего? Чего? Такая жила тогда была. Ну, это все-таки старая версия. Там еще такие, как сделано, айрон. Этот труду и все, там будет огромные жилы. Можете буду паркурить. Ладно. Ну, давайте попробуем. Ой, главное не шестанется. А то будет не то. Там лава есть, что говорить. Если я взял эпик фейл ганс, то все, это будет плохо. 5. Вот дотянусь. Тихо. Ну, я упал. Ай-яй-яй. Было больно. Что ты хотела? После этих очков я не могу покурить. Тихо. Ну, я же говорю. В этих лаках я не могу никогда покурить. Никогда в жизни. О, железо хочу засунуть. Вот это железо. Это каменная кирка. Вот железка достану. Есть! Ебой! А, гравий! Что за гравий? А сейчас я сделаю себе палочки. И сделаю себе немножечко факелов. Сейчас. Будет нам хватать. Активно будет это все хватать. Так, конечно, сильно у меня лагает, но... О, как сильно даже. Тихо,
много лун. Я закажу сюда. Можно посмотреть? А, не только кнопку я нажимаю. 51. Ну, я, как и говорил, маленькая шахта. Ой, маленький каньончик. Давайте подниматься, ребяточки, ребяточки. И это все плавить. Плавить, плавить я люблю. Заберу там дома и включу запись. Так, я выбираюсь из этого места. И все. Есть, я у своего дома. Сколько обратно не будем стараться? И, конечно, 295 мегабайтов. Что вы хотите? Это же два чанка, что ли? А что я вообще говорю? Ладно. Давайте заходить. Домик. Ага, лагает. Я так не могу. Вот таких лагов я даже не могу. Закрыть дверь. И здесь какой-то блок. Так, ладно, сейчас посмотрите. Пойдите переплавлять это все. Вот сейчас переплавляется, а пока я его быстренько крышу. Дерева не хватили. Ух, нет. Что забудем быстренько дерево. И это топор сейчас быстренько используем. Так, ребятки, они лагают, и я погибаю. Перекрафтим и быстренько бежим к домику. Чанка, это не так уж и мало чанков. Я вижу, что дом, который я там буду убить. Ау! Что за железка? Куй пока, куй железо пока. А то пока. А, потом, ух ты. Непонятно. Это что, самый слабый пока в мире? И самый динозавр пока в мире? Как, я не знаю. Железный свиток. Ну, короче. Эта часть этого выживания подойдет к концу. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. И три... Когда наберем 3 лайка, я буду тестировать пока на... более хорошем качестве. Короче, всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока!